Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, да, и у нас накопилось довольно много уже дракончиков, и вот нас встречает такая прекрасная картиночка, это у нас железное пламя, что-то мне хочется его все время назвать жидким пламенем, но нет, это у нас железное пламя, дракончик, который включает в себя 4 стихии, это у нас легендарный месячный, я его уже вывел давно, мы его с вами тоже прокачали давно, и вообще много чего мы с вами вывели, и, конечно же, мы вывели дракона пловец. Буквально в тот же день, когда я выпускал серию, говорил о маленьком соревновании с Редсом, но я, в принципе, его уже тогда и выполнил. Итак, давайте сейчас же мы разместим нашего дракона-пловец. Кстати, я продолжаю выводить в свободное время от недельных и месячных драконов, вывожу драконов с комбинацией пустоты, то есть вот у меня тут есть чужой, по-моему, называется, да, инопланетянин. Так, ну ладно, сейчас перезапустимся, это я перед запуском Нокса, эмулятор на компьютер. Вы часто спрашиваете, эмулятор на компьютер Нокс, есть еще второй эмулятор BlueStacks. Кому как нравится, мне больше Нокс приглянулся. В общем, я одновременно запускал на телефоне, потому у меня сейчас вышибло. Ничего, сейчас мы быстренько перезайдем, это займет буквально какую-то минуточку, да. Вот мы уже здесь. И давайте же разместим дракона-пловца. Хи-хи. Разместить. У меня здесь много. Давайте его к железному пламени разместим. Так, постараюсь. Надо постараться, чтобы несколько дней подряд выходили серики по легендам Дракономании. Ну, на компьютере вот это бывают глюки. На мобильном телефоне, кстати, эта штука работает нормально. Когда появляется новый дракон, показывается вот карточка. Сейчас нам должна была крупным планом карточка показаться. Но почему-то через эмулятор это дело подглючивает. Ну вот, это был звук появления карточки, которую мы с вами не увидели. Но не беда. Так, давайте сейчас посмотрим, как он себя ведет. Давайте, может, на маленького его посмотрим. Он что-то там, как птичка, пытается воздух поглотать и прикольно скачет на двух ножках. Так, вот такой вот у нас пловец. Такой он смущается, когда мы его гладим, он такой стесняшка у нас. Вот, кстати, мы сейчас выполним условия. Отлично. Готово. Давайте посмотрим, что у нас сейчас по условию. У нас началась новая акция. Началась она 3, почти 4 часа назад. Первый приз — вишневый цвет. Акция — идеальный розовый. Интересно. Так, сейчас посмотрим, какие сейчас тут задания появятся. Я первое задание выполнил. Вывести двух драконов. Собрать еду. 20. И выиграть 6 битв. Так, какие битвы? Ну, не уточняется, в каких битвах, я так понимаю, на карте. Скорее всего, битвы PvP не участвуют. Вывести двух драконов. Блин, это, ну, кстати, мне через час уже появится новый дракон, но... Но это условие, ну, скажем так, сбивает меня с ритма выведения новых и новых драконов. Придется ставить вот такую-то легкую комбинацию. Типа огонь плюс ветер. Так, что у нас еще? Давайте глянем еще на акцию. Два дракона. Собрать еду. Точно. Идем собирать еду, но собирать мы еду будем. Тут не больше, наверное, 5 за раз позволят нам собрать. 5, да. 5 собрал. И дальше, мол, жди себе. Еще полчасика, пока опять насобирается. 5 по 6 минут, да, или сколько там было. Придется опять ждать. Ну, акция такая, немножко муторная, я бы сказал. Но ничего. Тогда пойдем докармливать нашего сегодняшнего героя. А перед этим было условие, то есть накормить дракона. То есть, ну, я тогда его сильно откармливать не буду. На 10 только откормлю. А то у нас еще не один раз будет это условие накормить. Ну, такой вот у нас довольно живенький. Это у него, смотрите, такой комбинезончик. Это у нас девочка. Перепонки на задних лапках. Вот такой вот комбидрессик какой-то есть. Ну, судя по вырезу, такой, как будто бы это декольте. Ну, и реснички такие, глазки. В общем-то, это у нас девочка. Девочка. 3 стихии. Вода. Вода, тень и ветер. Все. Мы тебя уже покормили, так что можешь расслабиться.
Ну, вот такие вот нынче показатели. Ну, про пловца мы уже читали. Так, что у нас тут идет? Рецептики мы уже все выполнили, собрали довольно много наград, которые нам давали за командное соревнование. Мы заняли первое место, и это хорошо. Так, давайте еще добьем. Мне осталось буквально совсем чуть-чуть. Это мне не интересно. Это не интересно. Вот это интересно. Мне интересно. Интересно, что мне интересно. Засчитают ли нам вот эти вот битвы за битвы? То есть, которые будут проводиться не на карте. Давайте попробуем найти нам противника. О, 17. Отлично. Это вот как раз идеальный противник для вот такого вот подбора моих дракончиков. То есть, тигрик. Ну, это моя слабая троица, так сказать. А, кстати, нам нужно подтянуть уже бы архангела. Как вы на это смотрите? Давайте перед этой битвой мы сейчас архангела немножко бустанем. Нам 45 уровень желательно. Вот наш архангел. И давайте 300 тысяч. Ну вот, хотя бы на 43. Но дальше кормить бессмысленно. Мне не хватит даже на 2 раза. Ладно, оставим тогда еду на потом. А в этот... Так, не туда, промахнулся. О, дракон-пловец. Прекрасная картинка. Идем сражаться. Сейчас добьем вот этого парнишку. Главное, чтобы он не вступил ни с кем другим в бой. И он этого не успел сделать. Значит, мы сейчас будем его наказывать. Ну, вот, допустим, возьмем ягодку. С одного удара. Это шикарно. Так. Делаем вот так. Больше половины жизни снял. Это ягодка. Ну, чтобы не тратить ресурсы нашего самого сильного дракона. Так. Ну, вот так давайте. Вот, смотрите, там даже не видно, сколько осталось. Вот это такие самые обидные моменты. Так, ну здесь мы должны же выжить по-любому. Да, меньше половины жизни звездная пыль с нас смогла снять. Так, а я там как-то записывал точно, как вы предлагали назвать мне дракончика леопарда. Ну, там барсик, я помню, было. Барсик. А еще, сейчас я вот тут пытаюсь, ребятки, найти комментарий. Я делаю скриншоты каких-то комментариев. Так... Ну, ничего-то не пойму, куда я делал его. Не наблюдаю. Назови его Ляпа. Вот, сейчас я прочитаю, кто предлагал. Пользователь Кексик Лайв. Кексик Лайв предлагал назвать его Ляпа. Ну, давайте так и сделаем. Так что, ваше предложение по поводу того, как назвать дракона-пловец... Ну и любого дракона, которого вы видите, остается в силе. Сейчас мы идем именно это и сделаем. Так, вот наш Леопёрдл. Там у меня тоже есть уже дракон Дракула, но мы его качнем в следующей серии. Скорее всего, завтра и послезавтра. Так, переименовать. Лапка. Я его назвал Лапка. Вот Ляпа. Ляпа. Ну, тоже довольно неплохо. Мне нравится. Есть. Я видел такое видео на ютубе, прикольное, там про снежного барса, который карабкался по отвесной скале и упал, сорвался. Он пролетел, не знаю, несколько 10 метров, может 20 метров вниз, кувыркался там, ну, там грохнулся об землю, встал и пошел. Вот такой вот густой мех, наверное, ему помогает. Так, а мы проверяем. Мы один бой выполнили, эти бои нам не засчитываются. Ну ладно, у нас есть своя цель. Это зарабатывать осколки. Подыщем себе противничка. В 17. Это вообще легкотня. Так, ну, мест пустых не должно быть. И это мы замещаем вот этим. Ну, это, в принципе, можно тоже заместить.
Помчались. Так, а сейчас давайте посмотрим. Уже известен следующий недельный дракон. Феликс мне сбрасывал. Сейчас попробую найти. Эй, куда ты пошел? Давай, сражайся. Следующий недельный дракон это будет хэндимен, то есть работник. Такой в касочке. В Monster Legend есть воркер монстр, а здесь у нас хэндимен. Ну, я так понимаю, да, это представители ручного труда. Ну, типа там каменщик, там, не знаю, что там. В общем, люди, которые с инструментами работают в руках. Так, и для его выведения нужна будет комбинация арбуз плюс Тесла. То есть, ну, индукция, подождите. В нашем варианте это индукция, наверное. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Так, давайте попробую вам показать. Колдовать. Выберем сейчас... Это у нас энергия плюс металл. Просто хочу, как он в нашем варианте называется. Индукция. Вот это он. Вот этот наш дракончик, ребятки. Ну, в общем-то, я вам показал. Ну, а арбуз точно арбуз. Вот жаль, что нельзя отсюда перейти и как бы, ну, то есть, на информацию его почитать. Возвращаемся в нашу лигу. Так... И отлично, нам этот бой как раз подходит. 300! Вот это да. Нужно тратить побольше вот эти штучки. Он 43 уровня, ну-ка подождите. Ну на самом деле в такой бой что-то ввязываться как-то неохота. Может, конечно, он и единственный у него. Такой вот. Но чё-то неохота, если у него сразу 43-й стоит. Лучше кого-то другого подыщем. Ну вот, сюда давайте пойдем. С одного удара. Фанат. Дракон-фанат. У него такой большой шнобель. Император. Так, а мне, да, в комбине я хочу вывести дракона-фею. Может, я стал как бы везучий на выведение, то, как вы помните, я еще месяц-другой назад пробовал вывести фею. Комбинации, не знаю, 20-30 сделал, у меня никак не получилось. Подсолнух плюс молния, это комбинация, чтобы вывести легендарного дракона-феи. И вот у меня не получалось, вообще никак не получалось. Ну, посмотрим. Вот, ну, вот эта акция, конечно, сбивает. Так, ну все, мы здесь выполнили все, что хотели. Собираем наши призы. Так, и что нам нужно? Ну, сейчас мы давайте проясним еще один момент. Считаются ли битвы в подземелье? Ну, я почти уверен, что они тоже не считаются. Давайте сейчас сделаем хотя бы один бой. Кицуне у нас, возможно, выиграет сейчас. Так, ну давай. У нас уже архангел прокачанный. Дракон капля. Точнее, дождь капля. Почему я его хотел капля назвать? Ну ладно. Потому что с него капает.
Саламандрик. Нет, это не саламандрик, это у нас как раз и было жидкое пламя, по-моему, да? О! Здесь считается, ребята, ну тогда ответ ясен. Мы полностью сейчас пройдем подземелье, выполним как раз здесь 6 боев, да, 3-3-3. И будет все отлично. Я-то думал, придется на карте сражаться, но раз здесь, то я только за. Гладиатор. Слаб против зелени. Отлично. Вот так. Ну и поджигаем. Никто не выйдет сухим из воды. Бой номер 3. Так, Дракула. Мы его тоже прокачаем. И последний. Это у нас молотоголовый, да, был? Ах, вы ж гады. Смотрите, 11 минут, ребята, нужно делать перерыв. Вот это вот самое неприятное. Вот эти вот тайм-ауты такие коротенькие. В игре нужно просто, ну, каждые полчаса заходить в игру, чтобы вот как-то быстро двигаться по вот этому... Не знаю даже, как это назвать. Не лабиринт, но смотрите, неплохие награды. Как бы я бы хотел алмазика получить, конечно, хотя бы. То есть до главного я точно не дойду. Вишневый цвет. Она мне напоминает, знаете, кого из Monster Legend? Violet. Напоминает. Виолетту, да? Так, ну все тогда, ребятки. На этом все. В принципе, вот у нас есть Чупакабра, есть... есть Дракула, скоро появится пришелец, ну, который чужой. Помню, еще кто-то был. Кто-то, кого мы еще с вами не прокачали. Так что до скорых встреч. А, подожди, вот этот может. Ну, разберемся, ребятки. До скорых встреч, всем пока.